В общем, когда я начал готовить эту конференцию, у меня самое важное, что мне захотелось сказать, это дать пожелание: танцуйте, рисуйте и радуйтесь. Потому что с детьми надо танцевать и радоваться все время. Потому что единственное, что можно с ними делать, это радоваться. Это, ну, понимаете, а радость, она выражается в танце. Потому что танец – это некое совершенно надсознательное движение, которое позволяет человеку перейти через свои собственные границы, выйти в состояние... То есть дети же пританцовывают, дети радуются, дети прыгают, а их все время пытаются ограничить. Самое главное это с ними танцевать. Понимаете, музыка это есть. То есть изначально все эти жесты, которые возникли, они все возникли от бинарности, потому что мы пользуемся рукой, а рука, она как бы настолько. Это же уже танец, понимаете? Мы можем сделать танец вообще сидя на стуле, нам же не надо. То есть как бы основа дирижирования, например, это уже это и есть практический танец. Мы показываем. Посмотрите, если я делаю так, то я отталкиваю. А так я расширяю ваше пространство. Если я делаю так, то я вот так вот открываю свое пространство, а вас как бы сюда запускаю. А если делаю так, то я вас к себе приглашаю и себя как бы и беру в себя. Представьте себе, это всего одна рука. И один бинарный жест. Еще второй бинарность – это как бы ее супинация и пронация. Пронасион, супинасион. Понимаете? Музыка. В чем заключается музыка? Я беру музыкальный инструмент. Детей же учат, говорят, вот скрипка, вот ее надо сделать вот так, потом нужно сделать так, и потом здесь ля, си, до. А нужно учить контрастом, нужно... Вот проблема с супинацией. У меня левая рука, скрипка самый ненатуральный инструмент в мире. Левая рука у меня находится вообще в каком-то непонятном состоянии, вот я сзади что-то играю. Она как бы вот это вот чистая супинация, она вывернута туда. А здесь у меня пронация, то есть она у меня здесь, то есть она, если ее открыть, то она вот такая. Да? А здесь у меня закрытая. А если я буду так играть, то я должен делать ровно наоборот. Тогда у меня получается постоянное взаимоотношение открытого с закрытым. Вот вам как бы путь к сознанию ребенка. Значит, вот вчера Мирон играл, сидел, ведь она расстроилась немножко. Потому что это позволяет тоже нам воспитывать чистые. То есть как бы опять же чистота. Justesse это называется по-французски. Чистота интервалов, она соответствует вообще понятию чистоты чисто в универсальном плане, потому что она как бы физически чиста. У нее нету, потому что если я строю чистую кварту, которая в принципе не существует, потому что кварта вообще не чистые интервалы, она в принципе диссонанс. Здесь чистая квинта. Между квинтой и квартой есть чистый тон. Тон это соотношение 9 к 8, если хотите, это секунды у нас называют, но вот здесь в этих двух интервалах, а если все, если этого достаточно для того, чтобы человек попал в какую-то медитативную среду свою и сидел, просто играл, потому что я могу потом к этому приложить какие-то усилия и сделать, я могу добавить одно зерно, один бисер и привести сюда третьего и четвертого игрока, потом пятого, потом вернуться, потом шестого игрока, потом опять вернуться. Так устроена восточная как бы музыка, древняя импровизация, как они, это же были музыканты, которые были как бы не зависели от того, что перед ними написано, они не исполняли чужую волю, они создавали свою как бы собственную проекцию своего сознания вовне. И радовались от этого, потому что тогда они находили слушателя своего. И у них были, я не знаю, как бы все, чем выше была цивилизация, тем люди больше как бы создавали праздников, я не знаю, это же это известно всем. Самое главное в обществе – это радость. К тому же танцы всегда сопровождаются каким-то ритмическим сопровождением, но танцы, с одной стороны, они
Потом можно начать все это как бы разделять по категориям, а если мы начнем категоризировать, вдруг мы увидим, что все опять, все это бинарно. Опять есть такие, есть такие. Есть собственные танцы, а есть имитативные танцы. Есть танцы группами, а есть танцы одиночные. Есть люди, которые друг к другу вот так вот лицом стоят, а некоторые, наоборот, спиной стоят, а некоторые рядом стоят. Можно такие делать, а можно такие делать. Можно... А что... то есть каждый раз нужно искать некую противоположность тому, что дано, и за счет этого развивать сознание. То есть я к тому, собственно, весь свой разговор о исцеляющей силе искусства и веду. Потому что исцелить можно только то есть исцелиться должен сам человек. Мы не можем исцелять болезнь. Понимаете? Ну, в смысле, это еще древних, да. Потому что сейчас лечат болезни в основном, да, медицина. А раньше лечили человека. Вот такого или этого, или другого. И каждому человеку прилагалось как бы его, то, что с ним связано, его личные. А дети – это люди. Причем люди уже готовы, и не мы. Вот вспомните себя и своих родителей. То есть я считаю, что для того, чтобы создать исцеляющую, то есть исцеляющая сила искусства может исцелять детей только в том случае, когда этим владеют родители. То есть нужно учить родителям познавать мире, открывать свое сознание для того, чтобы было что передать этим детям. И опять же, надо научиться в них увидеть то, к чему можно приложить вот это вот зеркало, и от этого оттолкнувшись, дать ему другое предложение, да, понимаете, отталкиваясь от того, к чему я вел, потому что 3, а оно возрождает 4. И он сделал так, ему достаточно показать, что можно, потому что сначала дети делают так, потом он говорит, нет, зачем, отпусти, она сама звучит. Есть дирижеры, которые хор дирижируют, они так, ой, потом так делают, и хор останавливается, и люди ненавидят эту музыку. Ну, то есть у них есть внутренняя все равно предпосылка к тому, что они переносят это, потому что ими управляют как стадом баранов. А он, звук прекращается, его надо отпустить. Их надо отпустить все. Вообще все надо отпустить. Потому что все, сегодня все пытаются куда-то запаковать, сжать. Да. У меня очень критическое отношение к современности, поэтому я создал некое бесконечное предложение к огромному количеству инструментов, доступа всех этих детей, всех взрослых, всех, кто хочет. Собственно, это для всех, это музей. Активный музей для всех, и все в свободном пользовании. Можно прийти попробовать, потом можно, там, музыкант начнет играть какую-то музыку. Ребенок будет, не говорить им, нет, не надо, или там смотрит только глазами. Можно смотреть руками, можно по фортепиано стучать кулаками сначала. Не страшно, потому что я ставлю древние инструменты, они хрупкие, но можно их всегда настроить потом опять. Проблема, потому что энтропия на любом инструменте, на котором вы играете, он будет расстраиваться. Всегда. Если на нем не играет, он еще больше расстраивается. То есть у него происходит, струны становятся, она натянута, она потом меньше натянута, потому что жарко. А когда холодно, по-другому. То же самое труба, она стареет. Чем она старше, тем она больше, хуже там. Она становится темной, не знаю, желтеет, запах у нее там, ну как бы. Все эти вещи. Но это же надо искать самое важное, а самое важное – это как бы как передать вот величие сознания для… То есть как бы узнать этот как бы вселенский гений этого сознания в тех, по кого вы видите, как каких-то неспособных на что-то людей. То есть вы, я говорю, ну мы тоже. Вот я вам и говорю, танцуйте. Потому что вы откроете в себе начало как бы…
звукоизвлечение через танец, потому что человек вообще существо симметричное, с одной стороны, и боковое, у него все время есть одна сторона и другая сторона. У нас все симметрично, и все, ну, если смотреть в деталях, то не симметрично, но выглядит то симметрично, мы же относимся к симметричным млекопитающим, птицы, слоны, люди, ну, как бы все одни и те же, никакой разницы нет. Есть сознание у людей, разница в нем только. Поэтому мы должны этим заниматься. А в отношении, как бы, и там слоны тоже танцуют, знаете, как бы нас это приближает. Потому что, например, у Аристотеля есть такая, у него есть пропрептик, такая книга пропрептик. Он там пишет о четырех свойствах, которые присущи всему живому миру. И мы точно так же в нем находимся. То есть эти свойства довольно простые. Все мы все рождаемся и умираем, значит, жизнь и смерть, зоэ и танатос. Мы все, когда-то мы были молодыми, потом мы стали старыми, то есть есть неон и геронтос. Мы все как бы дышим, у нас есть вдох-выдох, и апне и экпне, ну, экс, как бы в себя и вне себя, это вот жест. Вот вся музыка-то. И что у нас, и самое важное, то, что мы в какой-то момент бдим, это эгрего, то есть бдим, а в другой момент мы спим, морфео. И все животные спят и бдят. Мы все время находимся в бинарных циклах, в разных временных, как бы, категориях. Это все и есть музыка. Я, понимаете, я потому что говорю, заниматься музыкой, это не значит тренькать на гитаре или стучать по клавишам, или изображать энный раз лучшую версию 21-й сонаты Бетховена. Гениально сыграл Луганский. А этот говорит, нет, это лучше был Саша Соколов, он еще лучше записал. А их 20 тысяч записано. А один Бетховен был там, он писал рыбнику своему, дайте мне рыбу на ужин, но бесплатно, я не могу вам, не успел, у меня нет денег за нее заплатить. А на нем создали вот такую экономическую машину, значит, звукозаписи, там, цифры. Значит, нужно родителям, нужно себя, то есть как надо понять вообще, что такое искусство, поэтому вы тогда вы сможете им все это отдать. То есть, а искусство это есть практика, танец, то есть как бы себя осознать именно вот в пульсации, в движении, тем, что... Да, ну понимаете, вы же отрываетесь от гравитации, вы можете. Потому что музыка имеет тоже тенденцию человека возвышать, в смысле он. Но это ментальная вещь такая. А мы же как бы вот там. Потом, например, разница между мужчиной и женщиной. Мужские танцы, например, они вот так все стремятся вверх, и они все время вовне, потому что у мужчины вот это вот жест, он потом военный, у него все время торчит. Копье, палка, там что-то. Другой, прям. Вот, и у него и жесты танцевальные такие все время. Взлететь, подняться, там Нуреев 3 метра прыгал вообще. И мы все падали. А все равно возвращаются на землю, да, потом. Ну, как бы есть. А женские, они как бы, каким образом создать ту же самую эффективность, но и в эстетике, или там, наоборот, в себя, как бы все это в эту сторону. Это даже в лингвистике. Понимаете, музыка является одним из... Вот в средние века она являлась одним из либеральных искусств. Это я почему говорил про музыку? Потому что их было 7. И первые 3 искусства либеральных относились к речи, грамматика, как бы, грамматика, орфография и логика. То есть как бы, как правильно говорить, как правильно синтаксис строить свою речь, и потом каким образом логически ее создать так, выразить так, чтобы не было скучно и чтобы не ушел как бы взрослый. А тебя заперли, Мирон? Иди поиграй с нами на гитаре. Ему надоело. Сколько времени уже я обещаю? Час уже почти. Таким образом, это были искусства, связанные с речью, а 4 искусства, связанные с количеством. В них входила астрономия, математика, музыка и геометрия. И значит, геометрия – это искусство количества на пространстве, ну, на плоском пространстве. Потом уже была неевклидовая геометрия, Лобачевский и все остальное. Но первая геометрия – это как бы померить Землю, геометрос. Там астрономия – это искусство количества
Конфеты в трехмерном пространстве, в космосе, да, практически. Луна сначала мерили, как Луна, Солнце, какие планеты, потом дальше пошли. Значит, соответственно, это астрономия. Математика – это количество, просто количество, чисто в абстрактном понимании, потому что великие математики все это держат просто в голове, им не нужно получать медаль Фильца, и как вы знаете, да, Григорий Перельман, слышали про него, да? Ну, как бы, да, он говорит, зачем мне этой ерундой заниматься, я могу посчитать Вселенную, а мне там каким-то тривиальным, ну, в смысле, вот этот мир, вот, они могут уходить в какие-то гении, такое, такие абстракции, что нам трудно понять. Я знаю высоких математиков, у них сознание совершенно невероятное. И последнее – это музыка. Музыка – это количество во времени. Потому что музыку мы можем воспринимать только одномоментно. Мы не можем произведение музыкальное воспринять целиком. То есть мы его воспринимаем в нашем ретросознании целиком. Мы запомнили, оно произошло перед нами вот так. Это называется песочные часы. Вот каждый миг падает только одна песчинка, а потом они все упали, и уже нужно снова перевернуть. Вот. И, значит, музыка также. Вот прошла симфония, она целый час длится, но мы же не всю симфонию, мы же не слышим симфонию, мы слышим каждый миг какой-то ее часть. Вот она идет, она играется. Вот я потому говорю музыкально необразованным родителям, надо образовываться для того, чтобы мочь что-то передать. То есть надо объяснить, что все, не то, что объяснить, но просто надо понять несколько простых, по-моему, очень вещей, потому что все достаточно бинарно, все диалектично, у всего есть своя противоположность по всему. И, например, струна, она может быть только... звучать только когда она натянута, вот у меня струна натянутая, она звучит. Я ее прикладываю к резонатору, она звучит громче. Без резонатора она звучит так. Теперь она не натянутая, она вообще не звучит. Но я объявил тут в моей афише прямая Штокхаузен. Так вот я к этому иду. Потому что я хочу вам рассказать одну вещь сейчас, научную. Вот это вот, этот вот круг, это проблема настройки фортепиано и все остальное. Все человеческое ухо может слышать только, ну, более-менее 7 октав музыки. Все, что будет ниже 7 октавы, это есть физически, чисто физическое умножение самого на себя. Это рекуррентный ряд. Если 1 умножить на 2, будет 2. Это Земля. 2 умножить на 2 будет. Ну, это квадраты. 2 за 2 4, даже потом будет, соответственно, 8, 16, 32, 64. И так далее. Вот так октавы двигаются. Если у меня есть нота, которая называется 512 Гц, то я ее умножу, я ее поделю на 2, она будет звучать 128, как вот это. Они звучат октавы, двойной. Это двойная октава. Хорошо? Значит, это один и тот же звук, но только как бы только этот в глубине находится, который нам представляют на плоскости вот так. А почему там она там? Почему глубина слева, а не справа? Я не понимаю. Потому я говорю, давайте сделаем фортепиано в другую сторону. А мне говорят, нам и так трудно продать так тех, что есть, а вы еще хотите что-то придумать новое. А я говорю, да я не придумаю, он уже была, Лист играл, они уже соорудили такое фортепиано. 3 сделали. Но это все равно. А это вот самая высокая нота рояля. Вот. И это очень жестокое испытание, потому что это до, которое самая верхняя клавиша рояля. Это тоже до, понимаете? И это тоже умноженное на 2. Вот это все. Только я там, здесь 4098, да? Понимаете? Герц. Но, когда вы начинаете, вот самый низкий звук, вот этого камертона, это 40, он звучит, может быть, этот бас сможет мне ответить.
такое фа. Это контроктавы фа на фортепиано. 40 Гц. 40 колебаний в секунду. Таким образом, поскольку существует октавный ряд, значит, 7 октав, мы их вот так вот укладываем. Здесь мы делаем просто 7 кругов. Понимаете, это можно сказать, что это спираль. То есть, если мы это положим так, то получается, что у меня здесь пошла нота, и потом я к ней вернулся, мне то, 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 то. Да? Одна и та же. Выше уже не будет ничего, мы не услышим ничего. Как бы у нас мембрана не будет работать, у нас не будет восприятия. А ниже звук превращается ну их всего, в принципе, всего 8 этих октав, если начинать от первой ноты до последней. Значит, 7 внутри и 8 обрамляет их. Но... То, что вы воспринимаете. Да, да. Любой, даже если я возьму моноход, просто чистый 7, просто любой вот метр струна, натянутый струной, метр, я его разделю напополам, потом половину разделю напополам, половину разделю напополам, и так идти до конца, до конца. В моноходе будет при каждом разделении напополам будет повышаться вдвое количество обертонов в нем находящихся, поднимаясь на октаву. И это потенциально может быть до бесконечности, потому что чем у меня меньше отрезок оставшийся, я все равно могу еще его разделить. И еще раз. Это как бы история Ахилла и черепахи, которые друг друга догоняют и никогда не могут догнать, потому что он туда пробежал, а она все равно свое еще прошла. И каждый раз все равно как бы не доходит до финиша, они все время еще не дошли. Не вот, даже с большой скоростью, с маленькой, это одно и то же. Это похожий парадокс. И проблема, значит, того, что считается, что есть звуковысотность, вот как бы интервалы ноты до, ре, ми, там, соль, ре, да. И есть ритм. Почему я говорю танцуйте? У нас считается, танцуйте, танец происходит от метрики. Стопа, стопа. Две стопы. Правильно? Все. Прецедент. Значит, дальше. Это все потом человек взял свою вот эту свою физическую природу и перевел ее в речь. У нас же это метрическая силабическая система, то есть это стих вот таким образом укладывается. У нас есть там ямб, хорей, дактиль, амфибрахи, вот эти все вещи, может быть, вы слышали в школе, как учат, как у Пушкина там еще. Вот. Но они на самом деле, все это довольно просто, все начинается с одного, а потом оно разделяется. А потом опять разделяется, и опять разделяется. И вот это вот, это как бы, и ритмы, они находятся в другой. Нам говорят, нет, это целая нота, половина ноты, полторы ноты, там, то есть точка и так далее, музыка, это все очень сложно. А на самом деле, да, все достаточно, то есть это еще даже сложнее, чем кажется, но это все постижимо сознанием. То есть это не нужно зазубривать, потому что существует, первое, это пропорция между коротким и длинным. Есть. Так не слышно, длинное это или короткое, правильно? А когда я ставлю два подряд, это два коротких. А если я делаю так, это тоже я не понимаю, но вроде получилось две длинных. Если я должен добавить еще раз два туда, то есть два, два и два и два, значит мы пришли к восьми. Это вот основа всего ритма. Значит мы будем делать, у нас значит четыре пары по два шага. Это перихи называется, короткие. Потом мы, значит, взяли, потому что существует в ритмике понятие некого предвечного времени, то есть это называется хронос протос, то есть первоначальное время, это неделимая часть времени, некий миг, из которого выстроено все. Я просто к чему говорю, что это очень-очень глубокое и сложное развитие вообще ритмики. Она не связана с европейской ритмикой, она это древнегреческая, она немножко сложнее. Она связана с взаимоотношениями между короткими и длинными. И потом у них есть стопы, есть двухсложные стопы, трехсложные стопы и четырехсложные стопы. А дальше уже человек не воспринимает. Так вот ритм. Если я нахожусь на самом низу моего ряда октав звуковых октав, в самый последний момент вот этот вот звук, который казался низким звуком,
просто он звучал как нота. Он переходит просто в колебания. Если я это приставлю не к струне, а к чему-то другому, он начнет просто биться. Понимаете, струна, вот если вы спустите струну контрабаса и вот так ее дернете, она будет так. Так вот это вот и есть первая октава самого быстрого ритма. И в этом заключается вот прямая штокхаузен. Потому что там, где кончается звуковысотность, начинается ритм. И с этого момента он начинает развиваться в обратную сторону от самых быстрых ритмов. Они разделены пополам, потому что ритм тоже существует по тем же самым принципам разделения пополам, потому что существует то, что это называлось. Ну, то есть там есть несколько видов этих обозначений. Я возьму по-итальянски. То есть как бы самая большая, она как раз 8 единиц в себе заключает. 8. Потому что больше 8 человек уже не воспринимает. 8 это 4 пары, понимаете? Или 8 единиц. Но единица сама по себе не. Вот в этом и есть музыка, да, понимаете? То есть все квадратное. Вот музыка, она же и архитектура, если хотите, потому что мы все находимся в квадратных помещениях в основном. Я думал, что можно музыку. Так музыка же это пустота. Вот мы опять пустоты, потому что все вопрос обрамления пустоты чем-то вокруг нее. Значит, получается, что его начинают делить. Вот это вот прямая штокхаузен, она у меня в книжке моей, она есть в интернете, вы можете посмотреть. Это довольно просто все, потому что он, этот великий композитор немецкий, довольно странный был тип, но он просто сказал, что есть вот здесь, может быть, это можно увидеть в камеру, это я вам покажу тоже. Существует 8 октав звуковых, которые вот как бы от самой высокой ноты, вот они идут, вот этот вот. Берется, допустим, это до, если условно. Вот она разделяется каждый раз напополам, 4096, 2048, да, 512, 128, 432. А следующее, которое будет 16 колебаний в секунду, это уже становится 16 колебаний. Уже вы не можете отличить звука, а начинается просто биение. Эти биения, самое низкое биение, является самым быстрым биением в ритме, потому что оно является 128 нотами. Потому что вот такой. Вы можете его изобразить. А если вы его поделите пополам, то оно станет. А еще пополам будет. А еще пополам будет так. А еще пополам будет. А еще пополам будет. А последний раз пополам это будет 8. И я еще могу их воспринять в последовательности. Вот я сейчас это делаю. А если я буду их 16 делать, то вы уже их не узнаете, что есть периодичность, понимаете? Поэтому ритм и музыка взаимосвязаны, значит, танец есть генератор музыки.